Актеры Димитровградской драмы в День театра порадовали зрителей капустником. Театрализованное представление было поставлено по одноименной повести Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Известный, а для кого-то и любимый фильм Меньшова, артисты сыграли на свой лад. А точнее показали, как «Любовь и голуби» могли бы сыграть в театрах разных стран. Это наше творчество, это наше совместное творчество с молодежью театра. Именно молодежь театра была застрельщиком проведения этого капустника, и именно они дали эту тему. Зрители от «Капустника» были в восторге и в антракте с удовольствием делились впечатлениями. Ну, мне очень понравилось. И как-то и посмеялись, и Индия, и Россия, и Япония. Особенно хорошо, что музыкальное такое оформление. Ну, нравится. Благодарность актерам за подаренный вечер, минут 5 несмолкающих аплодисментов и букеты цветов. Также в этот день попечительский совет театра вручил всем актерам премии. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.